Все профессии нужны, все профессии важны. В ДК ЧГУ состоялось торжественное открытие республиканского чемпионата рабочих профессий. За право быть лучшими будут бороться 50 студентов и молодых рабочих со всей Чувашии. Победители регионального чемпионата поедут в Самару на чемпионат Приволжского федерального округа. WorldSkills International – это международное движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий. VCI существует уже несколько десятилетий. Создатели поставили перед собой амбициозную цель – мотивировать молодых людей к профессиональному росту. Я решила принять участие в этом конкурсе, потому что хочу повысить свою квалификацию, знать больше свою профессию, но она мне поможет в будущем. Я бы хотела стать банковским работником, работать по своей специальности. Лучше всего это делать посредством соревнований. Поэтому ассоциация остановилась на организации конкурсов профессионального мастерства. Региональный этап чемпионата проходит в нашей республике не первый год. За это время вырос интерес не только к чемпионату, но и к самим рабочим специальностям. Очень важно не только поднять престиж профессии, а еще показать уровень, планку профессии, на которую сегодня наши ребята могут выйти. Сегодня трудно представить вообще нашу жизнь без рабочей профессии. И исходя из этого, нам нужно сказать, что ребята, рабочие профессии нужны, они сегодня востребованы. Победителей будут выбирать в 9 направлениях. Наша съемочная группа всю неделю будет следить за ходом соревнований. Дарина Игнатьева, Александр Петров, Республика.